Европе. В Абхазии ведется реставрация знаменитого Новоафонского монастыря. Крупнейшее культовое сооружение Абхазии расположилось на высоте 75 метров над уровнем моря у подножия Афонской горы. Основано оно в конце прошлого столетия русскими монахами и сооружено по проекту архитектора Никонова. 5 куполов венчают Пантелеймоновский собор. Высота центрального – 40 метров. Сейчас здесь ведут реставрационные работы киевские специалисты. Уже полностью обновлена кровля собора, восстановлены многие архитектурные детали, вновь появилась эта надпись – молитва, состоящая из 230 букв. В данное время перед реставраторами стоит сложная задача – либо обновить живопись, а храм внутри богато расписан, либо законсервировать фрески в том виде, в каком они находятся сейчас. Эти настенные росписи, созданные мастерами села Палех Владимирской области, а также группой московских художников под руководством Молова и Серебрякова, интересны тем, что являются одними из последних памятников русской церковной иконописной школы. Высокие купола способствуют хорошей акустике. Собор может вместить более 3000 человек. После реконструкции и реставрации всего комплекса здесь будут созданы музей краеведения и туризма. Отреставрируется храм. Мы планируем там проводить концерты силами наших фольклорных ансамблей, капеллы абхазской. Проложится сюда маршруты выходного дня. Будет построен гостиничный комплекс, 200 номеров.